Хорошо, мы приветствуем Владислава, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Владислава, тонких тел Владислава, находит все. У Владислава дракон синий. Одна голова, две. Одна, он ему поставил как скобу с двух сторон. Один канал у нас, да, Вера? Да. Дракон, на каком основании ты зашел в тело осознанного человека, прочитавшего манифест? Но нет ответа у него. Нет у тебя ответа. Хорошо. Как давно ты зашел в это биополе? Как давно находишься в нем? 20 дней. Хорошо, Вера, 20 дней – это отток энергии серьезный. Это серьезное наказание, нарушение закона мироздания. Сначала мы сделаем реверс. Я даю команду тонкой копии Владислава спроецировать все энергетические сферические каналы к дракону и ко всем другим ответственным подселенцам за чужеродную негативную патогенную энергию, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Владиславу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается им назад. Много идет, Вера? Грязно-синяя идет холодная энергия. Угу. Считай цифры над головой у этого отмороженного дракона. 564. 564. Похоже, не стать тебе номером 565. Если ты находился 20 дней в его биополе, ты мог заметить, должен был заметить его манифест. В манифесте стоят такие слова. С этого момента произнесения объявления о моих свободах, о том, что я хозяин своих энергий и вибраций, все повторные вхождения моего биополя наказываются галактическим ядром. Открывается перед клеткой синего дракона портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Дракон, ты готов уходить в галактическое ядро? Нет, не готов уходить. Закрывая портал в галактическое ядро. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Влад забирает всю чистую и светлую божественную энергию. 1, 2, 3. Пошли божественные энергии назад. Все, что похитили, все, что украли, до последнего микрона возвращает Владислав себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Ему так плохо, этому дракону, выстрои канал от него. Может, еще кто-то есть? И я даю команду, значит, 3. От дракона выстраивается канал к другим ответственным. 1, 2, 3. Все, кто связаны по энергетике, притягиваются в клетку-тюрьму. И становятся ее заложниками, где бы они ни находились во Вселенной. Все, кто связан с этой ДНК, притягиваются в клетку-тюрьму. Ящер. Угу. Считай цифру дракона ящера. Дракона выстроился. Канал, да? Ящер. Отлично. Хорошо. Влад, сожги защиту ящера. У него защита стоит. Сними ее. Да, готово. Хорошо. Так, ящер. На каком основании ты, паразит, пришел в это биополе? Считай цифры над головой ящера. 82. Мелочь. Ящер получает удар 150 тысяч герц. Пошел удар. Хорошо, я тебя сейчас сожгу здесь, в этой клетке, паразит. На каком основании ты зашел в это биополе, я тебя спрашиваю? Без основания пришел. Без основания. За энергиями он убираю. Сара, за энергиями пришел. Значит, ты нарушил закон мира. Ответственности не видел он. Не видел ответственности? Почему? Многие привычки остались те же. А манифест подразумевает принятие ответственности. Дай мне пример. Конкретный пример из его жизни. Это просто слова. Ага. Его намерение ему не страшно. А какое намерение тебе страшно, ящер? То, которое я вижу. А может, ты вслепую? Круг биополей. И что ты видишь на его биополе? В данный момент нашу насадку. И ни одного намерения ты не видишь в его биополе, да? Интерес. Интерес. Хорошо. Интерес нас не останавливает. Хорошо. Что ты видишь в биополе Веры и в моем биополе? Я хочу понять, что ты там видишь. Серьезные защиты. Оболочку вижу. Предупреждающие об опасности для нас. А намерения ты же все равно не видишь моих. Или видишь? Оболочка есть намерение. А, вот как. Оболочка — это и есть намерение. То есть намерение манифестируется в биополе человека посредством оболочки, да? Да, как защитная корка, которую мы видим. Хорошо. Второй вопрос у меня. Так, Вера, они мы все забрали у них, да? Да, только с него надо снять. Конечно. Я даю команду, значит, 3 из Владислава начинает выходить. Безболезненно все подключки, которые оставил ящер или дракон. 1, 2, 3. Зависает перед ним в воздухе. Он выдавливает, включаем внутренний белый свет ему. Он начинает из себя выдавливать. Вместе с их присадками все выходят и наматывается на шар. Шар останавливается автоматически, как все будет закончено. Что у нас вышло? Хорошо, что там вышло, Вера? Вышла скоба такая с двух сторон. Угу. А энергии вышли их? Не знаешь, такими как кусочками какими-то. Хорошо, ленточками вышли. Понял. Отправляем это все в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. И я подхожу сейчас к Владиславу, кладу руки на плечи и помогаю ему собственной моей энергией сжечь все каналы к интерферентам. Значит, 3. 1, 2, 3. Пошел удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактический ядро, эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяя. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии ему нужно сейчас и какая частота вибрации до восстановления и корректировки. 350 и 28. И на счет 3 в макушку головы Владислава начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые цвета Владиславу начинает поступать в макушку головы. Мощность потоков усиливается. Частота его вибрации поднимается до числа значения 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Вопрос. Синий дракон. Расскажи мне свою историю тяжелую жизни. Как ты оказался заложником ящера? Он что-то ему дал. Как-то излечил его. И он остался его должником, да? Да. Понятно. Я не вправе решать в этой ситуации сейчас. Я приглашаю Ли. Ли, пожалуйста, выйди на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. Они говорят, у человека нет намерения. Зашел ящер, взял заложниками драконом синего, которому чем-то обязан. Старая история, мы уже ее знаем. Вот, тут прожег защиту наверняка. Вошел в его биополе. Вытащили. То, что вытащили, в клетке находится. Но она говорит, с дракона берите слово, отпускайте. Хорошо. Синий дракон, на тебе есть какие-то присадки от ящера сейчас, в настоящий момент? Есть. И я даю команду на счет 3. Сила, что установил ящер на синем драконе, сила моего намерения безболезненно выходит из биополя синего дракона. 1, 2, 3. И зависает в воздухе перед ним. Все, до последнего микрона весь этот яд выходит, который отрава ящера. Все выходит, наматывается в этот шар. Шар начинает крутиться, пока все 100% не выйдет под ключики энергии на чистоте ящера. У него как печать какая-то вышла энергии. Вот как. Хорошо, дракон. Что это за печать? Это что он тебе поставил, да? Да. Открываю портал под этим. Галактическое ядро 1, 2, 3. Все улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Синий дракон. Ты мне дашь сейчас слово синего дракона, что ты больше в это биополе никогда не придешь. Даю слово синего дракона. Кивает. Ты понял урок из этой ситуации? Кивает. Хорошо. Открывается наверху портала против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И он уходит безболезненно на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Ли. Она говорит, что его мы заберем, проведем беседу. А ты можешь дать сейчас на этом месте совет его, вернее, не совет, а объяснить его слова? Он сказал, что он не заметил этих оболочек намерения. Это наверняка даже важнее на настоящий момент, чем непосредственно его наказание, понять причину этого всего. Это правда, что там намерения нет? Это правда, что он видит это? Конечно. То есть человек действительно... А как вы думаете, намерение работает? Воля и намерение — это не пустые слова. Можно читать манифест, но не понимать, что вы принимаете ответственность. Да, я сейчас сказал такие слова, как интерес есть, но нет намерения. А от намерения он может видеть в виде оболочки вокруг биополя человека. Значит, он сказал таки правду. Хорошо, это... Когда видит намерение, он нарушает закон мироздания. Вот. Именно поэтому... Именно по этой причине я и пригласил тебя, потому что у меня действительно такие сомнения закрались, что человек здесь сам на своем месте не доработал, просто воспринял это как чистку зубов или, я не знаю, мне слов не хватает, но ты поняла, о чем речь идет. И поэтому вот такая вот случилась ситуация. А энергии у него интересные для интерферентов, поэтому эта ситуация вполне может повториться, я правильно понимаю? Может повториться, все зависит от вас. Благодарю тебя, Ли. Больше вопросов нет. Спасибо. Мы забрали ящера, и показалось, что все остальное выкинуть можно, скобы и то, что вышло из них. Хорошо, и под этим всем открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Вместе со всем этим улетают остатки от интерферентов и их энергии. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Я сейчас обращаюсь к Владиславу. Владислав, вы поняли, о чем сегодня шла речь в этой чистке? И что здесь произошло? Говоришь, что я понял и буду внимательный к манифесту. Как и к своим намерениям, потому что в сущности их видят. Отлично. Наш урок прошли. Все. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Владислава в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.